Многотысячные долги, которые образовались у заемщиков микрофинансовых организаций, могут пересчитать. Речь идет о кредитах, взятых до 2015 года. Тогда процентные ставки могли достигать больше 1000% годовых. Челябинские депутаты предлагают их снизить до 300. Эту поправку в закон переадресуют в Госдуму в ближайшее время. И вторая – это все-таки действительно запрет микрофинансовым компаниям работать с нашим населением, потому что практика этих лет показала, что кроме негатива это ничего не вызывает. Запретить МФО для физлиц и разрешить давать кредиты только бизнесменам. Это предложение поддерживает и уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова. К ней обращаются сотни граждан. Жалуются на завышенные ставки, несоразмерные штрафы за просрочки и давление со стороны коллекторов. По этим обращениям сегодня златоустские общественники проводят проверку в 20 пунктах выдачи так называемых быстрых денег. Нарушения закона находят на первом же адресе. Соответствие наружной рекламы той организации, которая представляется. Это первое. Это очень, я думаю, важно, да, где написана одна компания, но на самом деле совсем другая компания. Несмотря на большие проценты, микрозаймы до сих пор популярны у населения. Кредиты берут пенсионеры, незанятая молодежь и рабочие. На эти деньги обычно покупают бытовую технику, одежду или просто живут до следующей зарплаты.